Всем привет, с вами Александр Навасов, и сегодня вот я монтирую видео ночью, просто вот так вот. Приходится монтировать видео, потому что я решил снять для вас крутой видеоролик, и вот ночью приходится его вот монтировать. Но думаю, вы поняли. У меня есть, конечно же, здесь этот светильник для того, чтобы это все освещать, потому что, ну как по-другому. Короче, сейчас... ночь, сейчас реально ночь, вот так вот, сейчас примерно 3 часа ночи, я хрен не знаю сколько, у меня даже телефона где-то он там валяется, не знаю даже где. Короче, ребят, вот так вот я делаю, мне приходится сейчас снимать видео, потому что его надо выложить, потому что подписчики меня ждут, потому что вы где-то находитесь в России, я же нахожусь не там, и у меня совсем другой часовой пояс. И приходится вот так вот снимать, записывать, монтировать, чтобы вот так вот посмотрели. Потому что приходится некоторые видеоролики выкладывать именно ночью, потому что, ну, я, как уже сказал, другой часовой пояс. И когда я выкладываю ночью, вы это смотрите, например, утром или днем. Потому что я не могу подсчитать, например, если я выложу, когда у меня день, возможно, у вас будет уже ночь, и никто, наверное, не посмотрит, только на следующий день. Я же стараюсь это делать ночью, потому что, когда видео выходит, приходит уведомление всем. А когда уже прошел день, уведомления этого нету, или кто-то его просто выключает. Короче, очень мало просмотров получается. И поэтому, ну, это как-то не круто. Поэтому приходится вот ночью сидеть, монтировать, выкладывать, вот так вот все делать. И в итоге это все потом выкладывать. И чтобы вы посмотрели, насладились моими видеороликами. Вот как-то так. Сейчас я монтирую очередную нарезку. Это уже пятую за этот день. Потому что я снимаю, я это все делаю вот именно сейчас. Потому что другого времени нет. Я постоянно занят. Ну, как постоянно? У меня мало времени для того, чтобы вам выложить видеоролик. Вы сами просите меня снять видеоролик, но у меня нет времени. Потому что мне надо постримить, мне надо снять видео, мне надо его смонтировать. Это очень долго, это очень проблематично делается, и... ну, это сложно вообще. Я не знаю, как другие делают, но мне приходится снять видеоролик утром, смонтировать его примерно вечером, вот до ночи, смонтировать этот видеоролик, и вам уже выложить, чтобы вы его там днем у себя посмотрели, типа, вот новый видеоролик. Стримы же мне приходится делать, ну, ночью. Потому что... или утром рано приходится делать. Потому что, когда у меня утро, у вас примерно уже вечер. И получается так, что то, что мне приходится утром вставать, включать компьютер, вам стримить. Чтобы вы посмотрели, вот у вас вечер, вы приходите. Обычно все мои подписчики приходят домой только вечером, и они включают мой канал, потому что там выкладываются видеоролики. Там делаются стримы. И мне приходится утром вставать, включать компьютер, садиться за него и стримить для вас. Там КС-ку или что-то такое. Чтобы на меня люди подписывались. Это очень сложно, ребят. Вот вы не ютуберы, вы не понимаете. Возможно, если бы я жил в России, это было бы все проще делалось. Но ну вот как так, вот так вот получается так. Да, все сложно. Ну ладно. Я думаю, вам понравится. Теперь вы, наверное, понимаете, что я делаю. Вот так вот. Потому что мне приходится и монтировать видео здесь. Мне приходится и рисовать здесь. Я обычно вот на этом вот ковре, вот я убираю клавиатуру, допустим, вот так вот, чтобы было. И вот здесь я рисую. Здесь я беру, рисую, что-то нарисую, какую-то, ну, картинку. Обычно для мультика я делаю, когда мультик делаю. И я это все потом переношу в компьютер и там разукрашиваю. То есть это все происходит ночью, опять же, потому что у меня день полностью, короче, весь в делах, потому что я каждый день куда-то езжу. Ну, иногда бывает, что я сижу дома. Это очень редко, потому что я постоянно куда-то хожу, путешествую. Ну, как это назвать? Путешествием, конечно. Но все равно я везде хожу. Я, то есть, не люблю сидеть на месте, сидеть там что-то монтировать. Нет, я иногда прихожу просто, о, надо смонтировать видео, все. Все, я вам все рассказал. Надеюсь, вы меня поняли. И вопросов, когда новые видео, вы
мне лучше не задавайте, потому что я и так стараюсь, я для вас сейчас 3 видео уже выложил и мало просмотров. Я даже сейчас могу чекнуть, сколько просмотров. Сейчас. На видеоролике, который вышел 3 часа назад, 18 просмотров. Ребят, 18 просмотров на видеоролике, который вышел 3 часа назад. Ребят, у всех почти моих подписчиков сейчас примерно день. И вы днем не можете посмотреть мой видеоролик, что такое. Вы сами просите меня в комментариях, сними видеоролик. Я снимаю. Приходит там вот это вот 18 просмотров. Это как? Я не понимаю. Вы не зовете друзей, вы не ставите лайки, не просматриваете вот эти вот нарезки, которые я снимаю. Я стараюсь для вас. Я трачу свое время. Вместо того, чтобы, я не знаю, там заниматься какими-то своими делами, я занимаюсь именно монтажом. Вот как-то так. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.